بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Приветствую наших слушателей, зрителей на нашем эфире, который уже вот, можно сказать, под конец месяца проводится нами. В гостях у нас Асхат Хазрат. Асхат Хазрат, ассалам алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Да, все, я думаю, за эти дни соскучились по тафсиру Корана. Да, Хазрат, тафаддалю, бисмилля. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаляту ассаляму аля набия Мухаммаду ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаляму алейкум ва баракату. Уважаемые братья и сестры, хотелось бы сегодня, альхамдулля, поговорить на счет ассаляту аля набия саллаху алейхи ва салям. Мольба за пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва салям. Во-первых, Всевышний Субхану Тааля в Коране говорит: «Валлаху яхлюку ма яшау ва яхтар». Аллах создает все, что хочет, и яхтар выбирает. То есть Аллах Субхану Тааля выбирает, избирает и что-то делает одно лучше другого. Например, Аллах Субхану Тааля сделал одну местность, как Мекка и Мадина, лучше, чем остальные все города. Как сказано, одна молитва в Маджид аль-Харам, в мечеть аль-Харам, равенится как 100 тысяч награды, как 100 тысяч молитв прочитал человек за одну молитву. В Маджид аль-Набави, в мечети пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, одна молитва приравнивается к 1000 молитв. Маджид аль-Акса, одна молитва приравнивается как 500 молитв. То есть Аллах субхана ва тааля также сделал одну награду, если от поклонения в одном местности, то есть награда лучше, чем в другом местности, если бы человек поклонялся. Даже пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ля ташудду ар-рихаля илля ли саляте аль-масаджид аль-Маджид аль-Харам аль-Маджид аль-Акса». Если вы когда-то, то есть берете ташудду ар-рихаля, то есть усердствуете для того, чтобы поехать, чтобы сделать поклонение в каких-то местах, то проявляйте это только в трех направлениях: мечети аль-Харам, мечети пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, мечети аль-Акса. То есть Аллах субхана ва тааля сделал там поклонение лучше, чем в другом местности, награду. Один день лучше, чем другой день. Например, самый лучший день в году – это Йом Аль-Арафа, день Арафа, лучше, чем другие дни. И действие в этот день лучше от дуа, чем другие действия. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хайру дуа, дуа Йом Аль-Арафа. Самый лучший дуа, дуа в день Арафа. Одну ночь сделал Аллах, субхану ва тааля, лучше, чем другие ночи. Как Лейлату Аль-Кадр, хайру мин альфи шахр, лучше, чем тысячи месяцев. Один месяц сделал, субхану ва тааля, лучше, чем другие месяцы, как месяц шахр Рамадан, тот месяц, который Аллах, субхану ва тааля, спасал Коран. Одного ангела лучше сделал, чем другого, как ангела Джабраиля, алейхиссалям. Одного пророка лучше, чем других, как Наби, саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И также деяние, действие один день лучше сделал, чем другие дни, это Йомуль Джума. Поэтому, когда задается вопрос, какие дела больше делать, лучше делать, например, в день Араха, лучшее действие – это дуа. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в день Арафа, будучи на хаджи, совместил ад-дзухр и аср, сократил, дабы даже чтобы намаз его не отвлекал от дуа. И удивляешься, когда на Арафа все сидят дуа, и человек какие-то дополнительные намазы встает и читает. В тот момент, когда фард сокращаешь и совмещаешь, человек, субханаллах, какие-то дополнительные молитвы читает. Дополнительные молитвы хорошо, но не сейчас, не в этот день. В этот день лучше делать дуа. Что касательно, например, лучшего дня в неделю, каждый день мы, альхамдулиллах, читаем, идем на салат аль-джума, читаем пятничную молитву мужчины. И какие действия лучше в этот день лучше делать? Кто-то читает больше Корана, альхамдулиллах, там есть, как пришло в хадисе, это сурат аль-кахф. Но, однако, другие действия, какие лучше всего, что лучше всего делать, в этот день мы забываем это такое, можно сказать, одна из забытых сунных, когда человек забывает делать салават пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инна мин хайри айямикум йаумуль джума'а фа акфиру алейхи мин ас-салати фихи». Наилучший для вас из дней – это пятница. И в этот день больше делайте за меня салават, сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, когда спросили ученых, что лучше делать в пятницу, чтение Корана лучше побольше или салавата, на что они отвечают: лучше в этот день больше делать салавата за пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И Аллах субхана ва тааля в сурате аль-Ахзаб сказал: инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля ан-наби
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله بيسن الله سبحانه وتعالى وملائكته его ангелы يصلون على النبي جل الصلوات بروك محمد صلى الله عليه وسلم. То есть смотрите, Аллах سبحانه وتعالى в этом аяте начал себя, потом сказал его ангелы. إن الله поистине Аллах سبحانه وتعالى поистине سبحانه وتعالى. То есть Аллах سبحانه как хочет нам здесь сказать сам Всевышний Аллах سبحانه وتعالى وملائكته его ангелы Джибраил, Анас, Микаил, Исрафил, все ангелы в Бейт аль-Маамур. Каждый день читает в небесной Каабе 70 тысяч ангелов, потом меняются на других, потом других, так каждый день. Кираман хафидин, то есть ангелы, которые записывают наши деяния с правой стороны, с левой стороны. Все, субханаллах, ангелы все делают в этот день салават за пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И все молятся за пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Инна Аллаху ва малаикатуху юсаллуна аля наби. Поясни, Аллах его ангелы делают салават за пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И после этого идет обращение к нам с вами, к верующим. Я юхаллязина аману. О верующие. Здесь не даю шараф, не даю карама. То есть, о верующие. То есть Аллах субхана ва тааля сам сказал, Аллах его ангелы. И Аллах субхана ва тааля хочет в этот ряд, который делает слова за пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах субхана ва тааля, его ангелы позвать, пригласить нас с вами. Я юхаллязина аману, саллю алейхи ва саллиму таслима. О те, которые уверовали, делайте за него салават за пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, ва саллиму таслима. И передавайте ему таслим. То есть говорите, Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад ва аля али Мухаммад ва саллим. Есть разные формулировки салавата. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун мажид. Аллахумма барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун мажид. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад ва саллим, саллаллаху алейхи ва саллям. Много есть формулировок салавата за пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Также сказал сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ман салли алейя салатан, صلى الله عليه بها عشرة. Кто за меня сделает один салават, один раз скажет Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад или саллаллаху алейхи ва саллям. В этот момент Аллах субхана ва тааля за этого человека делает 10 салаватов. Субханаллах. То есть какая награда человеку, когда он делает салават за пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям? То есть ты сидишь здесь раз сказал саллаллаху Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад ва саллим. То есть думай об этом, Аллах субхана ва тааля в этот момент за тебя 100 раз сказал. И когда мы бываем, как когда приезжаем в Мекку, ученые говорят, каждое дело здесь записывается как 100 тысяч. Одно дело как 100 тысяч. Илля ас-салат аля наби. Кроме как салават за пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, оно записывается как за миллион. Почему? Потому что одно дело, оно приравнивается как 100 тысяч дел. То есть любое благое дело умножается 100 тысяч раз, а салават за пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, оно само по себе идет как 10 и умножается на 100 тысяч, как миллион. Субхана. Такая великая награда, когда мы делаем салават за нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Саллю алейя, фа инна салатикум таблюгуни хайзу ма кунтум». Делайте за меня салават. Говорите за меня: «Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля Мухаммад ва саллим». Поистине ваш салат, ваши мольбы дойдут до меня, где бы вы ни были. Достоверно, хадис сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Также сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Аль-бахилу, ман зукирту индаху, валям юсалли алей». Бахил, скупой, жадный человек, это тот, когда слышит, когда мое имя, не говорит за меня салават. Поэтому, когда мы слышим Мухаммад, сразу мы, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть в этот момент Аллах, субхана ва тааля, дает нам награду. То есть, когда мы поминаем пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и за него делаем салават, и нам Аллах, субхана ва тааля, тоже дает автоматически ответ на награду 10 раз больше, субханаллах. Также сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Хасият йом аль-джума», отдельно по пятничным дню. То есть, когда начинается пятница, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Инна мин хайри айямикум йом аль-джума». فأكثروا عليه من الصلاة فيه. Наилучшее для вас из дней – это пятница, и в этот день больше за меня делайте салават, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И это есть далиль на то, что, на что ссылаются уляма, ученые, чтобы в этот день больше делать салават за пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, нежели другие деяния, нежели другие какие-то дела. И хотел бы в конце этого короткого вот этого тафсира, короткого этого махадра рассказать одну историю, которую рассказывал нам шейх Салих аль-Мухамиси, имам мечети Куба. Он сказал то, что когда делали операцию на сердце, после операции, то есть он был уже как бы вывезли из операционной, лежал он в палате, и через какое-то время подошел один доктор, а сзади говорит, мне сделали операцию, и, то есть вливание это было. И сзади такой как бы много аппаратуры стоит. Я как бы лежу на своей как бы вот этой кровати,
И подходит один доктор и смотрит на эту аппаратуру и не может понять. Потом другого доктора позвал, третьего. Вокруг меня 7-8 докторов собрались. И доктор Мухтар, которым я оперировал, сказал: «Шейх, настаэдину киляль горфит амалия». Говорит: «О, шейх, говорит, задан нужно, говорит, в операционную». У него, оказывается, запеклась кровь в сердце. То есть нужно было быстро сделать, то есть выкачать кровь, лишнюю кровь, там оттуда сердце, чтобы, дабы вот это, устранить вот эту ситуацию. И когда завезли в операционную, там, говорит, одна девушка была, медсестра из Ливана. По ее, и это что нас обучает, уважаемые братья и сестры? Никогда мы не должны по внешнему качеству смотреть на человека и судить. Ага, это такой-то, ага, это джахиль, это там мунафик, это там слабый, там поклоняется Аллаху. По внешнему качеству нельзя судить людей. Не знаем, не знаем, что в их сердце. И эта девушка, когда убиралась, там медсестра, сказала: «Салли аля наби, я шейх». Сделай салават за пророка Мухаммад саллаллаху алейхи. Так принято у арабов всегда. «Салли аля наби». И говорит, без задней мысли, я сказал: «Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин ва саллим». И кровь сама вытекла, субханаллах. То есть не нужно было операционных вмешательств, сама по себе кровь вытекла из его сердца. И в этот момент доктор Мухтар удивился, говорит: «Что ты сделал?» Говорит: «Субханаллах, кровь сама вытекла, не нужно тебе делать операцию». Он говорит: «Я сделал салават за пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям». И говорит, что самое интересное, то, что я, имам мечети Куба, советник короля по религиозным вопросам, зав кафедры тафсира в Медине, то есть мне напомнило об Аллахе, мне напомнило о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям, девушка, которая, может быть, по внешнему виду не такая уж она религиозная, которая там была медсестра, и она мне напомнила сделать салават за пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, альхамдулиллах, когда мы делаем салават за пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в этот момент мы понимаем с вами, уважаемые братья и сестры, то, что Аллах, субхана ва тааля, в ответ нам отвечает 10 раз больше, и мы берем награду, альхамдулиллах, себе. То есть, когда мы... Это также побуждает нас, чтобы больше делать салават за пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Джазакум хайр. Это то, о чем хотел я сегодня поделиться и напомнить нам, потому что шейх Абдул-Бас, Аллаху алейхи ва саллям, когда опять же смотришь, мало, чтобы вот так вот салават делать за пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть в пятничный день. То есть как забытая сунна, можно сказать. То есть много, альхамдулиллах, читает Коран, все не забывают делать сурат аль-Кахф, прочитать в этот день, да? Там другие деяния сделать, гусль, пойти на джума, но ас-салят на аля наби, саллаху алейхи ва саллям. Поэтому постоянно, ля, как сказал пророк Мухаммад, саллаху алейхи ва саллям, ля якун лисанак ратубан бидзикриллах, ля якун лисанак ратубан бидзикриллах. То есть пусть твой рот будет мокрым, язык мокрым от поминания Аллаха субхана ва тааля. То есть постоянно азкар, поминая Аллаха субхана ва тааля. Делай салават за пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Некоторые ученые заходили, когда в уборную, брали свой сауб, одежду в рот, так вот, и закрывали, боясь, что даже там они вспомнят об Аллахе или сделают салават за пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Джазакум хайр. Хазрат, ваякум хайру джаза, вы торопитесь, мы вас отпускаем. Можно попросить вас секунду так, хотя бы 20-30 Коран почитать? Почитать Коран? Любой аят, да. Иншаллах. Абширашаллах. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابين
يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بارك. Фейкум баракаллах хазрат, Аллах барак фейкум, аджазакум Аллах хайран вам и всем, кто был с нами. Мы отпускаем хазрат, он немножко торопится, там был один вопрос. Ага, доктор, доктор сказал, нельзя поститься, я быстро за вас отвечу, чтобы вас отпустить, знаю, вы торопитесь. Можно не поститься, иншаллах, если доктор не разрешает, а пропаститесь, иншаллах, в течение года. Как у вас здоровье укрепится, иншаллах, будете поститься до следующего Рамадана. Аджазакум Аллах хайран всех, всем, до завтра, иншаллах. Ассаляму алейкум, рахматуллахи, баракат. Аджазакум хайран.